Прокуратура Бурятии потребовала прекратить полномочия депутата Ханхая Монголова. Он признан виновным в растрате 1 миллиона рублей предприятия «Бурятфармация». Приговор вступил в силу еще 10 февраля. Между тем, полномочия Монголова до сих пор не прекращены. Этот вопрос даже не рассматривался на сессиях Народного Хурала. В России, по примеру Бурятии, хотят запретить запускать в небо китайские фонарики. В нашей республике этот запрет действует с февраля прошлого года. А недавно, по примеру Бурятии, петербургские депутаты обратились к главе МЧС России с просьбой запретить фонарики на территории северной столицы или запретить их использование на территории всей России. Заместители Вячеслава Наговицына раскрыли свои доходы за прошлый год. Самым богатым вновь оказался зампред по развитию инфраструктуры Николай Зубарев с 4,5 миллиона рублей. В собственности у него находится несколько земельных участков, дом 268 квадратных метров, дача и даже собственный пансионат. Передвигается Николай Зубарев на 200-м крузаке, плавает на катере «Амур», а его жена передвигается на «Сузуки Гранд Витара». У остальных зампредов произошло снижение доходов. Например, Чепик обеднел на целый миллион.